Мы находимся на выставке Household Expo, разговариваем с нашими партнерами, гостями, экспонентами. Алексей, расскажите, чем занимается ваша компания, что собираетесь предложить рынку в 2019 году, чем собираетесь удивлять? Мы занимаемся консалтингом по развитию розничных магазинов, интернет-торговли и оптовых продаж. В основном наши клиенты – это небольшие магазины или сетевые магазины, то есть малый и средний бизнес, у которых основная задача – это привлечение клиентов, это обучение продажам продавцов, консультантов, менеджеров по продажам. Это финансовая грамотность и оптимизация бизнес-процессов, ну и удержание клиентов, само собой. Вот в этом во всем мы помогаем, то есть настраиваем работу с клиентами, привлекаем новых клиентов, ну и, соответственно, увеличиваем таким образом продажи и в конечном итоге прибыль компании. Компания называется «Точка роста». Можете спрогнозировать, какая точка боли будет у ваших заказчиков потенциальных в 2019 году? То есть от чего вы их будете спасать или что будете им помогать делать? Основная точка боли – это мало клиентов. Сейчас весь ритейл, розничная торговля страдает от того, что клиенты почему-то ушли вдруг. И они постепенно уходят в интернет. И те, кто работали только в офлайне, они не понимают, как с этим работать, они не умеют работать с онлайном или делают это не настолько эффективно, насколько могли бы. Вот в этом, наверное, основная точка роста. Точка роста – это добавить еще и онлайн, чтобы он был эффективен. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами.